праздничного мероприятия началось вручение цветов женщинам. В зал Дома культуры «Молодость» накануне 8 марта были приглашены представительницы прекрасной половины человечества. Многие из них трудятся в различных сферах. И это педагоги, работники правоохранительных органов, операторы машинного доения, журналисты и многие другие. Собравшийся с Международным женским днем поздравил глава администрации муниципального района Ахат Кутлуахметов. Низкий поклон вам и сердечное спасибо за самоотверженный труд на благо района. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю вам и вашим близким счастья, радости и добра. Пусть в ваших сердцах живет любовь, а в ваших домах не умолкает детский смех. Будьте здоровы, красивы и любимы. И пусть всегда рядом с вами будут добрые и надежные мужчины. В преддверии 8 марта сохранилась добрая традиция – вручение премии имени героя социалистического труда Шавалия Вахитова. Шавали Мухаметович лично принял участие в церемонии награждения лауреата. Премии удостоена оператор машинного доения СПК «Искра» Альфия Мирасова. Ей вручены диплом и денежная премия. Ну, давно я работаю. Работу свою люблю. Я рада, что так выбрали меня. Сегодня на хрупких плечах женщин лежат не только домашние заботы и воспитание детей. Женщины проявляют высокие профессиональные деловые качества, активно участвуют в социально-экономическом развитии района. Так, 37 специалистов разных сфер деятельности получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации района. Самые искренние пожелания милым дамам, сидящим в зале, адресовал почетный гость мероприятия, член Комитета Федерального совета Российской Федерации по международным делам Рафаил Зинуров. Благополучия, успехов, лад в семье. А мужчинам вы любите ваших девушек, жен, бабушек, сестер, внучек. Это будущее, опять-таки, основы семьи. Рафаил Нариманович передал поздравления главы республики супружеской паре Идрисовых. Они в любви и согласии прожили 50 лет. Также сертификат на приобретение жилья получила семья Шакуровых. Много добрых слов и пожеланий прозвучало в этот день в адрес дорогих женщин, уважаемых коллег, любимых мам и бабушек. Свои выступления виновникам торжества подарили и лучшие творческие коллективы Куиргазинского района.